Всем привет! Очередной обзор вкуса протеина от производителя MyProtein, серия Pro. На этот раз вкус чай с молоком. Так, что сразу по граммовке. 76 грамм белка на 100 грамм продукта, что мало. Порция, соответственно, 25 грамм пробник. И общий вес пробника 32,6 грамма. Так, вкратце расскажу, чем отличается Pro-линейка от обычной. Увеличенная, соответственно, по объему разовой порции, новые вкусы и добавляются активные ингредиенты. Лицин, изолицин и валин, BCAA по формуле 2-1-1. Так, мешается все это дело. 300 мл воды и употребляется, соответственно, как советует производитель, за 30 минут до или после тренировки. Вскрываем, смотрим. Так, в шейкере 300 мл воды, как рекомендует производитель. Так, консистенция без пены. Запах. Запах странный какой-то, как молоко вроде как. Молоко какое-то, без каких-то дополнительных вкусов. Сейчас скажу по вкусу. По вкусу действительно чай с молоком. Обычный чай с молоком. Ничего такого. Но достаточно сладкий. В принципе, вкус неплохой. На самом деле. Ну, тоже так, на любителя, скажем так. Что еще по этой линейке? Эту линейку я не рекомендую. Потому что маленькие граммовки по белку. И большая переплата по деньгам. Соответственно, можно все это сделать из обычного вкуса с большим содержанием белка и добавить туда 5-6 грамм BCAA. Это будет, на мой взгляд, лучше и экономически целесообразней. Такой обзор. Подписывайтесь на канал. Всем спасибо. До свидания.